Ингушская сказка. Мышка пришла к мышке. Однажды решила мышка просватать за своего сыночка дочь самого сильного существа на свете. Но кто самый сильный, мышка не знала. Спросила она у людей. Они ответили: среди людей самым сильным считается падишах. К его дочери и надо свататься. Пошла мышка к падишаху и сказала: «Я решила просватать за своего мышонка дочь самого сильного существа, какое только есть на белом свете. Люди говорят, что самый сильный — это ты. Выдай, падишах, свою дочь за моего сына». «Сильнее меня огонь, — ответил падишах, — я даже искорки его боюсь». Пошла мышка к огню. «Ага, огонь! Огонь, ты ли самый сильный на белом свете?» Огонь ответил: «Сильнее меня вода, она меня гасит». Пошла мышка к воде. «Вода, вода, ты ли сильнее всех на белом свете?» Вода ей в ответ: «Если я самая сильная, то почему земля высыхает, когда пригреет солнце?» Спросила мышка у солнца: «Солнце, солнце, ты сильнее всех на белом свете?» А солнце отвечает: «Если сильнее меня ничего нет, то почему меня закрывают тучи?» Закричала мышка тучам: «Тучи, тучи, вы сильнее всех на белом свете!» Тучи молвили в ответ: «Если мы самые сильные, то почему нас ветер гоняет?» Отправилась мышка к ветру: «Ветер, ветер, ты ли самый сильный на белом свете?» Ветер отвечает: «Если я самый сильный, то почему не могу вырвать куст с корнями?» Спросила мышка у куста: «Кустик, кустик, сильнее тебя есть что-нибудь на белом свете?» А куст ей в ответ: «Если я самый сильный, то почему мои корни мыши грызут?» Услышав это, мышка решила, что больше искать не надо. Сильнее мышей никого нет на свете. И просватала она за своего мышонка дочь мышки из соседней норы. Мышка пришла к мышке, говорят с тех пор.